когда мы с ним только начали встречаться, он для меня был прямо таким идеальным. Он так ко мне всегда относился, что я чувствовала, что он меня так сильно любит. Я всегда чувствовала его любовь. Любовь – это взаимопонимание. Я думаю, она постоянно с нами. Чувствуешь человека, понимаешь его. Вы с человеком, как одно целое. В этот момент, ну, в принципе, она не ожидала. Вот, я сделал ей предложение. Он немногословен, но вместе с тем он умеет донести вовремя и своевременно то, что нужно донести другим. Мы радуемся с вами. Мы волнуемся за вас. Потому что знаем, какое важное событие происходит в вашей жизни. Глядя на вас, понимаешь, что значит одно дыхание. Вы шли каждой своей дорогой, жили каждой своей жизнью. Теперь вы вместе, вас двое.